В США проходит крупнейшая за последние 35 лет забастовка работников нефтяной отрасли. В ней принимают участие почти 4000 сотрудников 9 крупных нефтеперерабатывающих заводов страны. Бастующие требуют перезаключения коллективного договора с повышением зарплаты и ограничения сверхурочной работы. Однако переговоры с компанией Shell, представляющей интересы ряда работодателей, не увенчались успехом. Теперь эксперты опасаются, что к забастовке присоединятся еще 63 НПЗ, что может привести к очередному витку снижения цен на черное золото на мировых рынках. Кстати, на фоне падения цен на нефть одна из крупнейших корпораций в мире, Chevron, решила сократить четверть своих сотрудников в штате Пенсильвания. Также компания сократит программу капиталовложений на 2015 год на 13%, до 35 миллиардов долларов. И это решение тоже связано со снижением цен на черное золото.